Добрый день, меня зовут Эльвира Гаврилова, и каждый раз мы с вами обсуждаем самые актуальные модные тенденции. Именно поэтому мы просто не могли не затронуть главный тренд этого сезона, который был продемонстрирован в коллекциях многих именных дизайнеров. Это стиль 80-х. Итак, как же адаптировать его к современным реалиям? Ясное дело, что не стоит сразу же доставать все запылившиеся вещи из шкафа и делать начес на голове. Никогда нельзя утверждать, что тренд приходит прямиком из прошлого. Нет, он адаптируется, видоизменяется, иногда оставив лишь акцент. Так как же и с помощью чего задать этот самый акцент и при этом выглядеть современно? Есть несколько простых вещей, которые вы наверняка найдете в своем гардеробе. Во-первых, на помощь вам придет тонкий трикотажный гольф. Комбинируйте его с пиджаком или косухой. Он прекрасно смотрится с джинсами и с приталенными юбками, с кроссовками и с туфлями на каблуке. Эта классическая вещь была невероятно актуальной в 80-е и остается такой же и сегодня. Во-вторых, обратите свое внимание на джинсы с высокой талией. Прошла та пора, когда были модными модели, едва державшиеся на ваших бедрах. Сейчас дизайнеры делают ставку на джинсы с высокой талией, а мы прислушиваемся к ним. Также не забывайте об узкой юбке. В последние сезоны популярна кожа и винил, так что вполне можно совмещать два тренда, получив исключительно выигрышный вариант образа. А еще невероятно выигрышно и очень стильно смотрится джинсовая приталенная модель. Кроме того, это так в стиле 80-х. Вообще поле для экспериментов довольно широкое. Сочетайте разные варианты образов, а за вдохновление можете обратиться, к примеру, к фильмам той поры и заходите в наш шоурум Эльвира Гаврилова. Мы всегда ждем вас с радостью. До новых встреч!